Всем привет! Сегодня я вам расскажу про то, как Бурый Мишка перестал быть жадиной и стал очень хорошим и добрым другом. Мишка, смотри, какая хорошая погода! Светит солнышко, поют птички, дует теплый ветерок. Ага, сегодня и впрямь очень хорошая погода. Пойдем погуляем? Пойдем! Смотри, синий трактор, давай мы его позовем. Синий трактор, привет! Пойдешь с нами гулять? Да, пойду! О, песочница! Давайте в ней поиграем! Давай! Это будет весело! Смотрите, какие у меня есть игрушки, и я в них сейчас буду играть. Ничего себе! Эти игрушки такие красивые! Можно нам с синим трактором в них тоже поиграть? Да, Миша, тебе же не жалко? Нет, это мои игрушки, и я их никому не отдам. Миша, тебе что, жалко своим друзьям игрушки? Тогда мы с Гришей пойдем играть в догонялки. Без тебя. Поехали. Ну и уходите, а я буду играть в свои игрушки. Ты вода! Ух, я тебя сейчас догоню! Ну играйте, у меня тут тоже весело. Я тебя догнал! От меня не убежишь! Тыщ, тыщ, тыщ! Мне так скучно! Вот, у них там веселье, они играют. А я тут один со своими игрушками. Пойду извинюсь. Все, я устал. Я больше не могу играть. О, смотри, кто-то идет. Ребята, простите меня, пожалуйста. Я обещаю, я больше никогда не буду жадничать. Миша, хорошо, мы тебя прощаем. Но ты только никогда больше не жадничай. Договорились? Хорошо. Пойдемте поиграем в песочницу. У меня много игрушек. Давай! Ребята, держите игрушки. Эта игрушка тебе, а вот эта тебе. Миша, ты очень хороший друг. Я рад, что ты перестал быть жадиной. Вот такую интересную историю я вам рассказал. Запомните, что никогда нельзя жадничать, ведь только у жадин нету друзей. А тебе понравилось? Нажимай на экран и смотри дальше.